Всем привет, друзья! Всех рад видеть, тех, кто уже подключился. Мы продолжаем кооп с Сашей Смолером в F1 2021 за команду Уралкали Хас F1 Team. По-моему, так у них правильно называется команда. Сегодня у нас Гран-при Испании, это второй этап нашего чемпионата. Попробуем добиться хоть каких-то результатов. Конечно, результаты для Хас — это вот дело такое плавающее. То есть, как бы, если мы не последние, это уже результат. Да-да-да, всем-всем привет, всех рад видеть. Вкратце. Возможно, я буду сегодня какой-то уставший или что-то такое похожее. Дело в том, что я все-таки сделал вакцину в воскресенье. В итоге с ночи с воскресенья на понедельник я по ощущениям просто чуть не умер. Ну, все нормально, конечно, но всю ночь не спал, была температура 39,5, короче, было тяжело. Вчера еще тоже провалялся, сегодня уже... Как бы хожу, разговариваю, вижу и нормально как-то двигаюсь, но болят мышцы рук, спины, поэтому, возможно, будут какие-то проблемы. Но на Испанию у нас, так сказать, ожидания лично у меня очень высокие. Да, прошивку Stage 3 сделали. Я боюсь, даже Stage 5, возможно. За музон нереально заиграл. Это что-нибудь другое. Я возвращаю на место. Спасибо большое, Максим. Как самочувствие? Самочувствие, уже говорю, лучше, чем было. Не идеально все-таки. Но лучше, чем было. Честно скажу, мне нужно включить свет в комнате, иначе вы будете видеть только половину моего лица из-за заката, так понимаю. Ну да. Давайте свет включу лучше. Также сегодня мы, чтобы не задерживать стрим и не затягивать вот эти тренировки и все дела, которые у нас обычно происходят, так сказать, мы сегодня с Сашей решили, что проедем две практики сами, мы это уже сделали, и одна у нас остается на стриме. То есть мы проедем одну практику на стриме и уже сразу переключимся в квалификацию. Надо проверить, что там у Саши, кстати, он уже подрубил, не подрубил. Он уже подрубил. Проверяем. Молодого. Молодой подрубил. Вместе с Лолой. Лолыч на месте. Хорошо. Как я отношусь к столкновению Макса и Льюиса? Ну, я считаю, что... Ну, вина Льюиса есть, он виноват в этой аварии, но он сделал это не специально, скорее всего. Ну, так получилось просто в борьбе, в пылу борьбы. И то, что он столкнулся, он виноват. Но не надо перекидывать на него вину из-за того, что ему дали 10 секунд. Это вина стюардов, что они дали такой маленький штраф. Я считаю, что должно быть 10 секунд и стоп-н-гоу без возможности сделать этот момент пит-стоп. Поэтому, как бы, вот так. Но он явно это сделал не специально, так что... Привет, Лёш. Как у вас темп в практике? Да мы быстро прокатили 3 тренировки, ну, 3 задания вот этих сделали. Ходу их сделали вообще без проблем, так что, наверное, нормально все. Да, Саша стримит тоже. Ссылка есть в описании на Сашу, Twitch. Была. Кому на Twitch удобно, можете смотреть там или открыть две вкладки одновременно. Так, всем привет, кто там у Саши сегодня смотрит. И я хотел спросить, ты уже готов? Ну, 5 минут еще. Привет. Окей. А, кто просил его туда лезть? Ну, это борьба, поэтому, конечно, это был необоснованный, мне кажется, обгон, необоснованная атака, но... Как бы... Пилоты всегда пытаются что-то сделать. Такой вопрос, что, конечно, это было явно просто в небольшом затуманенном рассудке, из-за того, что была прям пылкая борьба, и он думал, что можно будет везде влезть, поэтому... Конечно, он виноват в этой аварии. Это 100% вина в этой аварии на нем, но... Но... Он не виноват, что ему дали такой маленький штраф. Вот другое, что мне не понравилось, это то, что он так яростно радовался. Как бы нет, я не против того, что пилоты радуются, когда им сказали, что с пилотом другим все окей, да? Ну, то есть,
на подиуме порадоваться, там, из машины выйти порадоваться. Но вот эта вот беготня по Сильверстоуну с флагом, вот это для меня было немного перебором. Так вот, я болею в чемпионской борьбе. Я болею в первую очередь за борьбу. То есть мне не важно, кто выиграет, главное, чтобы была интересная борьба. Но, честно говоря, все больше и больше хочется болеть не за Хэма, грубо говоря. Ну, я в целом особо никогда за Хэма не болел. Но мне он именно как человек не очень нравится. Его поступки. Ну, это как бы каждый тут на вкус и цвет. Поэтому в данном случае, конечно, когда выбор всего лишь из двух пилотов, я буду болеть за Ферстаппена. А, привет, Жень. Многие эксперты в мнении разделились, и этот инцидент его не забудет. Такая Что у меня язык заплетается. Такая показушная радость, когда Макс в больнице. Ну, конечно, по факту Хэму сказали, что типа Макс вышел с машины сам, так что тоже можно... Ну, не надо перебарщивать, я думаю, совсем уж. Но да. Думаю, что вот именно такая сильная радость, вот с флагом, выбеганием и так далее, это перебор. Просто вылезти из болида, порадоваться на подиуме, это нормально. Все окей, там и Леклер радовался, и... Вот, это нормально. Пережил перегрузку 51G. Ну, я понимаю, да, это сильно. Это жестко, но тоже не утрируйте слишком сильно. У Грожана было больше перегрузки. Просто хорошо, что безопасность позволяет пилотам вылезать из таких машин без травм. После таких перегрузок это отлично. Это только радует. Надеюсь, Макс выиграет на следующем этапе. Единственное, что я переживаю, что как бы Макс не потерял немного скорость после аварии. Может быть, ему придется, типа, немного... останавливаться. Единственная ошибка Макса была в том, что он перед Ковсом открыл инсайд, чем Хэма воспользовался. Но он его не открыл, он его закрывал просто. Ну, он не мог его уже в стену впечатать, Хэма. И это не ошибка Макса. Он все равно был впереди. Помню, Макс сам виноват, он провоцировал Льюиса, за это и произошло столкновение. Значит, провоцировал Льюис. Ладно, все. Я предлагаю закрыть этот вопрос, потому что мы сейчас просто начнем ссориться, спорить и так далее. Для этого есть миллион тысяч постов в ВК и комментариев, где люди срутся. У каждого свое мнение, как бы. У каждого свое мнение, и я не собираюсь с ним спорить. Вот мое мнение такое лично. Я его не собираюсь менять. Я гонщик, я... У меня есть свои какие-то знания об автоспорте и о борьбе. И по моим знаниям Льюис виноват. По знаниям Саши Смоллера Льюис виноват. И по мнению многих реальных гонщиков, он виноват. Да, многие могут сказать, что вот многие реальные гонщики в F1 сейчас сказали, что Хэм не виноват. Но давайте будем честны, как бы... Вряд ли бы там Леклер или Норрис стали бы писать, что типа... Или Рассел там, что Хэм виноват. Они не в том положении. Так что все, давайте тему по F1 закроем реальную и перейдем к коопу все-таки. Наконец-то. Что касается коопа, давайте вам немножко покажу, расскажу, что у нас там вообще происходит. Что у нас происходит? Так, мы уже тут сидим, если что, при старте, как я сказал, первые две практики мы... А! Я понял, да, вы экран не видите. Очевидно, что виноват Ботас. Для меня бы была сказка, если Ланда займет третье место в личном. Но это будет клево, да, согласен. За Ланда. Ну, я и хочу, чтобы Леклер тоже. Но это, конечно, вероятнее, что это будет Норрис. Виноват Мазепин. Ботас проживает последние деньги в Мерседесе. Я бы не был так уверен. Он хорошо работает на команду, и я не уверен, что Хэм, оставшись еще на сезон, позволит посадить Рассела в машину. На какую позицию рассчитываешь в гонке? Ну, трудно сказать, это же Хаас. Моя главная задача — обогнать вот человека напротив нас. Все остальное как бы не столь важно. Стаб, да, из тайм-триала взяли. Так, вот, что касается коопа нашего. Как я и сказал, мы уже две сессии свободных заездов проехали, то есть мы выполнили все три практики, ну, именно задания, которые там есть. Во втором свободных заездах мы там некоторые перки досимулировали, и в третий заезд мы поедем уже сейчас со стримом вместе, чуть повкатываемся, квал-темпу пристреляемся, гоночному темпу пристреляемся. Квалификация, гонка у нас сухая.
По сообщениям, у нас, да, лидирует Льюис Хэмилтон в зачете, второй Рикьярдо, третий Перес, я 18-й, Хас последний. Вот, что касается обновлений, которые мы запустили на Испанию, конечно, мы какие-то обновления еще на стриме на прошлом показали, но какие-то делали, соответственно, прямо только что, прям перед стримом. Так вот, у нас новые обновления по передней и задней аэродинамике, это третичные закрылки и хала. Снижение веса кожух двигателя показывает, что не удалось. На самом деле мы его сделали, просто почему-то пишет, что не удалось, но вот, он у нас выполнен. То есть мы его сделали, просто он у нас сломался, и мы его сделали еще раз. Сочувствую, Андрей. Следующее, что мы будем улучшать, наверное, вот расположение бензобака, шасси, это наша первоочередная сейчас задача. По подвеске, как я сказал, мы сделали третичные закрылки, и мы сделали улучшение по хала. По двигателю мы сделали улучшение по свечам зажигания, и по износу устойчивости мы сделали улучшение... А, нет, мы делаем в разработке, видите, ДВС, улучшение ДВС по износу устойчивости. Я готов. Я тоже, в принципе, готов. Короче, с Хаасом нам еще работать и работать. Раз, два, три. Окей. Привет, прикольная реклама от YouTube. У тебя видос какого-то человека рекламирует по заработку. Прикольно. Не, у меня на телефоне открыт мой же стрим, чтобы что наблюдать, есть какие-то лаги или нет. И у меня, когда я запустил стрим, пошла реклама этого. Какой-то конторы этой, которая по поставкам, я не помню какая. Желтая, которая, как она называется. Ну, короче, не важно. Надеюсь, сегодня в вашей команде никто не сойдет. Да, кстати, это очень важный факт, потому что я какой-то уверенность ощущаю в Испании, не знаю почему. Все равно мне кажется, что Саша будет в квали быстрее. Но в гонке у меня почему-то есть какое-то ощущение уверенности от Испании, хоть сложная трасса, на самом деле, легко ошибиться. Учитывая, что у нас еще и такой нестабильный болид, в Испании очень легко ошибиться. Я готов нажимать. Сейчас, секунду. Одну секунду. Я хочу поставить уже вторые компоненты, мы на них гонку поедем, на всякий случай, чтобы они были не изношены. Ну и третью практику на них тоже. Да, все, поехали. Поэтому да, надеюсь, что в гонке у нас ни я, ни Саша не сойдем сегодня. Мне кажется, у нас есть шанс на какую-то хорошую гонку. А если вдруг будет что-то сумасшедшее в виде сейфти-каров и так далее, вдруг мы получится зацепиться какое-нибудь очко, и это будет вообще просто вау. Ну, конечно, дальше у нас Монако. Это, наверное, более вероятная трасса для набирания случайных очков. Да, очень темно. Хотя дождя вообще не обещают. Понял. Привет, Ставмап. Человек выезжает на трассу и полтренировки сидит в боксах очень единичный. Но это был Бахрейн, это был Бахрейн. Я думаю, в Испании у нас так не будет. По сетапу, не знаю, он сейчас уже установлен. Да, он еще установлен. Говорил? Нет, я все сказал уже. Запас топлива, это все понятно. Аэродинамика 7.11, из тайм-триала взяты настройки, но мы на них прокатились, в целом они комфортные. Трансмиссия 155, но я думаю, что в гонке мы будем ускорение уменьшать. Это на квалу скорее дифференциал. Геометрия подвески минус 2.5, минус 2, 0.06 и 0.20. Подвеска 8.9.9.9.3.6. Тормоза 154, шины 21.4, 21.4, 23.5, 23.5. Как тебе спринт квалы? Мне как-то, ну, особо... Не особо это понравилось, потому что я не особо смысла понял. Было? Как бы очень странное ощущение. Чел, обычно, ну, квалы, в целом, как бы два софта на час... Ну, прикольно потренировались, я считаю. А, ну у нас чисто квалтемп, короче. Ну, поехали просто квалтемпы. Ну, я думаю, один софт поставить, ну, не знаю, как его... А, типа как просто. На гонку? Ну да, ну, логично. Ну, да, да. А один софт квали, и все в целом. Капец, классно, мы, короче, квали подготовились, видимо. Так, а сколько у нас кругов топлива? Ой, кругов топлива. Кругов гонка. Я не помню, сколько 50% в Испании? Или как го после копа версус со смоллером? Что это значит? Я не знаю, Кири. Мне это как бы не особо волнует. Сколько у нас кругов, кто-нибудь знает? У меня, кстати, в Бахрейне турбина отлетела все-таки. А ты именно узнал, что это турбина? Ну да, вот я... А, она сломанная? Да, поэтому, может, нам надо было все-таки не ДВС улучшать износ устойчивости. Ну, я тебе сказал, ну ладно, ничего страшного. Ну ладно. Ну если у тебя отлетит турбинка, как бы...
Я умнее поступил, я поставил второй комплект. А, я понял. Я верю в Испанию просто. В целом у меня только ДВС 27 и управляющая электроника 28. У меня сейчас все по нулю, конечно. Я все новое поставил. А, ты все новое поставил? Да, да, да. Понятно, кто фаворит на этом. Давайте третий этап сможете? Не, мы не будем третий этап делать. У нас один этап на стрим, но у нас следующий стрим, я думаю, уже в пятницу будет. Не так долго ждать стало. 33, хорошо, спасибо большое. Я за лютера 33. Мы тренировали в гоночном темпе наш болид на софте. То есть теперь за 3К игру покупать? Ну нет, можно подождать скидки на в Steam. Она будет уже осенью, скорее всего. Первый у нас погревочный. Не знаю, болид, в принципе, себя не так плохо ощущает, как Бахрейне, ну, по моим меркам. Мне довольно комфортно в Испании. Но, опять же, иногда бывает, что задняя часть болида просто уходит куда-то, ее приходится ловить. И поэтому на изношенных шинах, я думаю, будет на хаосе весело. Я думаю, что могут случиться какие-то неожиданные приколы, учитывая, что в Испании, ну, довольно близко стены, на самом деле, находятся. Можно нормально откиснуть так. Кача, сможете играть? Ну, ребят, не забывайте, что Саша пилот F3 настоящий, ему нужно на этапы ездить. А у меня есть работа и тоже какие-то свои дела, поэтому как сможем часто собираться, так и будем. Но мы не обещаем же каждый день стрима, ребят. Когда у нас не получится запускать коп, может быть, я буду запускать какие-то, может, карьеру, может, мой тим, не знаю, посмотрим. Доволен ли я подиум Леклера? Ну, в целом, да, доволен, конечно, потому что я все-таки за него болею, но хотел, чтобы он выиграл. Поставим стандартные режимы, начинаем тренировать гоночный темп. Баки тяжелее. Ты меня думал? Я выезжаю. Ты на трассе? Да, я уже еду первый круг. Боевой. Видите, целая машина едет неплохо, но иногда прям куда-то задняя часть болида просто уходит. Пытается шагнуть куда-то влево или вправо. Приходится корректировки делать. Либо шаршифтиться сильно. Как здесь, например. Я до пятой включаю, даже не прокручиваю мотор. Двигатель точнее. Вообще весь сектор такой на шаршифтах едется. По крайней мере, у меня. Medium Hard или Hard Medium поедем? Ну, посмотрим. Смотрим. Может, мы решим на софте бахнуть? Так, я понял. На полном баке отсюда не оттормозиться. Будем знать. Это только квальное торможение здесь. Да, уже попадаем. С тройками разобрался? В каком смысле? Смотря про какие ты имеешь в виду.
Нет, это пока еще практика. Но у нас всего еще одна практика будет, всего одна сессия. Какая-то слишком рано, я понял. Надо еще пристреляться немножко. Это самое опасное место, пожалуй, в гонке будет. Примерно на момент по ощущениям. На выходе, когда выезжаешь на поребрик, задние колеса могут совершенно неожиданно прокрутиться, и вся гонка пойдет к черту. Я вас уверяю в этом. Или в практике. Ой, в квали может круг запороться таким образом. Хороший. Оу, здесь тоже. Ну, мы поймали. Санёк пока быстрее, кстати. Я, правда, не знаю, сколько он ИРС использует на круге. Я всего лишь на 28 передаче использую. И только на прямых. Я зря. Опять дернул. О! Понял, поребрик здесь не трогаем ни в коем случае. Опять услышал. Черная фигня? Какая черная фигня? Все, походу, софт уже кончился, а проехали мы всего лишь 5 кругов. Уже морд... Ой, жопы нету. Нормально. Даже реальный пилот в 3 когда-то приезжал на подиум, но он вообще-то победитель даже в этом году был. Он даже 2 этапа в этом году выиграл. В реальной формуле. Эх. Все, уже 6-й круг, резины уже, походу, нету. Да, уже 46%.
Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Да, если дифферал меньше будет, то этого будет меньше уходить, но я пробую на сотке пока, чтобы привыкнуть, чтобы потом в гонке взять поменьше и, ну, было еще спокойнее. То есть, благодаря мучениям научиться ехать лучше. Так, ну я опять докоснулся до этого поребрика, хотя сказал себе, что его трогать нельзя больше. Ничего у меня жизнь не учит, как говорится. Да, настройки у нас одинаковые. Чтобы в гонке и квали было ВС отлично. Спасибо большое, Максим. Спасибо большое за донат. Так, ну окей, мы едем всего лишь на 0,3 медленнее, учитывая, что в нашем резине уже конец. То есть в целом темп есть. Ну, да, 0,3, ага. Секунду, не хочешь, Леш? В каких-то местах мы даже улучшаемся в целом. То есть могу ехать быстрее. Если поверю в себя. Давай, передний уже умерло почти. Я понимаю, что софт очень плохая идея, но у нас сейчас тренировки нет другой резины, чтобы потренироваться, поэтому едем на чем есть. Да-да, одинаковые настройки, я же уже сказал. Ну, может быть, Саша уже что-то подвинул там по настройкам, но... Все были одинаковые изначально. Привет, Коль. Нормально, спасибо большое. Ну, как нормально. Вчера ночью чуть не погиб. Я же вакцинировался, и у меня была температура 39,5. Короче, кайфовал я вчера ночью. Ну, с воскресенья на понедельник ночью, короче, кайфовал. Ну и вчера весь день тоже трясал. Сегодня уже получше, но все еще мышцы рук болят, поэтому даже сейчас рулить немного больно, на самом деле. А так нормально. У тебя как дела?
Ой, Коль, сочувствую. Держись. Лёх, ты едешь? Да. А ты на полном баке? Да. Прям фул? Ну, 33 круга. Коль, хорошее сравнение, очень хорошее. Это Сайенс, я тебя пускаю, у меня все уже, резина погибла. Коль, я постараюсь, но я не знаю, что вы мне спрашиваете, посмотрим, как все будет. Да Сайенс еще прикалывается. А, да. По поводу сравнения с температурой, да, Андрей, я тебя спорю. Как на софте едется? Ну, кайфово, конечно, только он за 5 кругов умирает. Да мы, я говорю, у нас просто другой резины нет сейчас тренировки, поэтому едем на чем есть. Так-то, конечно, я думаю, в софте софт на гонку ставить нет смысла. Он умирает за 5 кругов, что с ним делать. Сейчас квалтем поедем и в принципе все уже готово к квалификации будет. Я так понимаю, Саша много проиграл. Да. Унды одну я проиграл. Офигеть. Ну я, конечно, развернулся рано. Может быть, в тот момент, когда убил резину, я уже не мог улучшить. Потому что я на третьем круге поставил. Но я не собрал при этом. То есть я реально могу проехать на... А, на 0,2 все быстрее. То есть я секунду реально проигрываю. Лёх, ты проехал 10 кругов. Что у тебя с резиной, можешь сказать? У меня 80% из... А чё ты мне секунду вкатил и одну? Так я не ехал на таком баке, как у тебя. А, ты на пустом ехал? Ну, не на пустом, я там типа 20 кг залил. На 12 кг. А, слава богу, я уже думаю, ну где я секунду-то слил в гоночном темпе? Не, причем у меня лучший круг был первый, и все, я не смог даже улучшить. Не, я улучшал даже, когда у меня было 80% износа в первом секторе, я улучшался, но потом все терял, естественно. Я, видимо, настолько плохо проехал первый поворот. Я готов, в принципе, к квалтемп ехать, и я думаю, что можно уже дальше бить. В целом, я не знаю, вроде нормально все. Меня все устраивает. А, кстати, ты с дифом полным ехал? Да. Ну вот я думаю, это причина еще тоже в гонке не. Мне, кстати, меня не устраивает настрой, не устраивают настройки. Мне кажется, она очень андерстирная. Не, ну, не прям очень, но типа. Ну, знаешь, надо газом работать, чтобы морда завернула. Ну, такое ощущение, что. Только блин... в правом тягуне, который после второго поворота. Ну, а все остальное это нормально яйца. Просто я боюсь, если мы сделаем ее менее андерстирной, то. Вот сейчас, когда был износ сильный. Ну, я хоть ехал в целом. Ну, просто там же, видишь, передняя левая изнашивается. Да. Ну, не будет ли прям жесткого андерстира? Не знаю. А ты едешь уже? Нет, я сижу. Я очень переживаю. Мне настолько жалко тратить этот комплект. Ну, типа, он последний, не хочется ошибку допустить. Ну, я понимаю, да. Раньше... А, вот, пока состояние трассы. Я думаю, когда народ сейчас заедет в питы, можно будет квалтем бахнуть, пока никого не будет. Ну да. Ну ладно, тогда 7.11, да, едем? Ну, наверное. А ты хочешь больше на мой... Или ты хочешь убрать жопу? Не, я... Не, я бы жопу не убирал просто.
если в квали, ну, я, окей, я проеду первую попытку в квали, если она будет прям андерстирная, я, наверное, добавлю спереди на одну. Ну, на квали, да, но в гонке, я думаю, это нормально. Ну, в гонке вернул, да. В натяг на снимой передаче. Ну, уже в гонке поэкспериментируем, сейчас трудно сказать. Сейчас, короче, боты заедут в пит, трасса чуть освободится, и мы поедем к квалтемпу, уже после этого квалификацию нормально поедем. А, так, да, то есть у нас послужил 8 кругов, типа. А, так у меня было залито вот так топливо, ребят, у меня было 52 килограмма залито. Подожди, ты говоришь, ты сколько, 20 килограмм залил? Да. Ну, у меня 52 килограмма было залито. Я надеюсь, что дело в этом, если нет, то я могу, в принципе, ливать, походу. Ну, давай через минуту поедем. Я просто жду, пока боты чуть освободят дорогу, потому что сейчас там один с машин ездит. А, окей. Привет, Рустам. Ну, скажешь, короче, я с тобой поеду. Так, у нас все еще... У нас едут. По идее, все на квал попытках должны быть. Должны сейчас заезжать. Раз тут мы выйдем, два чемпиона. Это еще практика пока что. Так, ну я слил 0,2, Саша, в первом секторе. 0,2 я снимал даже с износом уже, вы помните, в первых поворотах. 0,6 я проиграл во втором секторе. Я фиг знает, что будет. И в третьем секторе я теряю 0,2. Насколько я знаю, Саша атакует вот эти вот... А ты атаковал предпоследнюю шикану? Нет. Ну, типа, срезал? Ну, просто атаковал ее там вообще. Ну, да, подсрезал, может, чуть-чуть. Ну, не, я не срезал, но... Да нет. Ну, я как-то пообычно. Ну, я ехал, типа, нормально. Окей, хорошо. Я только в первом повороте не выезжал. Не, я туда, не к тому, чтобы придраться, я просто, чтобы мне понятно было. Чтобы я оценивал, где что я теряю. Мне интересно посмотреть по секторам. Ну, я тебе 0,6 сливаю во втором. А, ну, 2 в первом, это я и сам. Там нашел. Просто уже улучшиться не мог. Во втором. Да что такое? Прибавишь? Да, мне что в горло попало. Не, ну в целом, чел, мы проиграли Расселу всего секунду. Я думаю, это, ну... Погоди, а никакой патч не выходил? Нет. Выходил... Почему мы... Выходил патч нашего автомобиля так. Почему мы так засим? Ну что это Испания? Тут болит нужен хороший. Короче, я очень сильно верю, что лишние 30 килограмм зароляли во втором секторе. Почему у меня ОБС-ка видит Steam? Это же должно быть выключено. Да, Андрей, именно так. Привет, Жень. Не, реально что-то в горло попало. Не знаю, может выйдем? Из игры? Да, из стрима. Офы с позором. Офы с позором, да. Мне надо офы с позором. Ну, короче, я поехал. Давай, я тоже. Все, квал попытка. Пробуем. Оцениваем наши проблемы, так сказать, относительно нашего партнера по команде. После чего решаем, ливать или не ливать. Да, сложность ботов 110%. Лишние 10 килограмм приводили к 0.3-0.4 секунды потери. Ну, там у нас получается как раз примерно секунда. Альфа Таури мчится. Да не, это же еще не квалификация, это просто попытка на тренировке. Вот здесь удача не нужна. Нам нужно просто сейчас, даже если я плохо проеду круг, но соберу какие-то отдельные сектора, оценить просто их относительно Саши и все.
Нам не обязательно прям круг собрать. Главное аналитику провести. Так, нам надо пропустить Феррари. После чего, в принципе, у нас свободный путь. Тут хаос слишком дно. А что, в реальной жизни хаос не дно? Как прошло чипирование, очень тяжело, реально очень тяжело, ну, относительно всех, кто из моих знакомых делал. Я скорую вызывал ночью, короче, ту ночь, ну, на ночь после чипирования. Обновы, да, привозили, я показывал, там, по аэродинамике при обновлении, по шасси одно обновление. Но пока нам это не сильно помогает. Меня там поджимают сзади. Надеюсь, это видим сюда. Пиратки F1 нету. Попал. Плохо. Две десятки до Саши. Ну, нормально, нормально. Я, в принципе, не то чтобы собрал, честно скажу. Тем более, в квали две десятки от Саши, это неплохо, потому что в квали я всегда плохо еду. Так что две десятки от Саши реально неплохо. Ты как, собрал? Тем более, ну смотрите, у нас еще 2,6 круга топлива, я долил лишнее, так что у нас еще вот тут вот несколько килограммчиков есть. Не, у меня было 39,5 ночью. Я, походу, на вторую попытку поехал сразу. Мы можем, в принципе, тоже на вторую попытку бахнуть, только сейчас остудим хорошо. Да, это смоллер из F3. Тот самый. Великий и ужасный. Короче, я выяснил, что есть баг в игре, он не показывает дамаг, короче. То есть даже если есть дамаг ниша, по МФД не показывается, что есть дамаг. Хотя на самом деле должен быть. Так что... Рамытра в Бахрейне офигевали от дамага постоянного, это нормально, это баг. По сути. Так, надо попробовать еще на круг. Ну, собрал, да. Я два подряд ехал просто. Мимо. This lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty.
Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Блять! Ну, короче, можно 2 десятки лучше проехать, вы видели. Просто накосячил. Ну ладно. Окей. То есть я примерно в 10-ке от Саши. Все нормально, короче. Все нормально. Ой, тут, тут гравий есть. Его же в реале, по-моему, нет. Короче, да. Короче, без ошибки. Ясно, боты, как всегда, прикалываются. Без ошибки можно проехать на 2 десятки быстрее. А если еще и первый поворот собрать, потому что я там ошибся. Ну, не первый, а какой? Третий. Это правый тягун. То можно еще, типа, там, полдесяточки. Короче, мы с Сашей можем в один темп ехать. Если Саша собрал сейчас реально хороший круг, то мы с ним едем в один темп. В целом, если я не допускаю ошибку. Так что все не так плохо. Нормально. Ну, Макларен чисто решил пофайдиться бок о бок поездить. Давайте вот так сделаем. Почему, кстати, кодеки не сделали вот эту конфигурацию трассы? Она же даже нарисована здесь. Почему мы по ней не едем, я не понимаю. А, он рофлит? Надо мной. Он меня подождал специально, Рикьярдо? Не, Рикьярдо на приколочках чисто. Проехал быстрее Рассел и Джови, да, но я не думаю, что Рассел и Джови были в полтемпе, так что. Что происходит? Так, ну что, мы в квалификацию переходим? Не такой в реале конфиг? Думаю, да. А, ну, ты он как плюс-минус похожий, я имею в виду. Свой проехал. Ну, я в конце ошибся. Ну, короче, на 2 десятки могу быстрее проехать. Окей. Ну да, раньше, я понимаю, ну типа плюс-минус тот же конфиг. Ну типа можно было хотя бы по нему порисовать уже. Ну потому что почему мы едем по старому конфигу, я не понимаю. Мне это бесит. Почему мы заплатили 3000 за игру, в которой не могут один поворот трассы переделать? So far, our fastest lap is a 1:16.6. Так что, подожди, я прослушал, мы переходим дальше? Да, да. Все, квалификация. Ну да, 2 десятки нам до Саши. Чуть больше половины. Но до Латифи вообще фигня. Вот до Латифи мы точно обогнали. Короче, прям за Сашей можем быть. Если только не накосячу. Так, специально для квалификации. Взял энергетический напиток, чтобы мои мышцы не умерли во время гонки заодно тоже. Надо его попить. Думаю, это неплохая идея. У меня горло першило, так что... О, я больше получил, кстати. Ты, кстати, как на 6? А я тоже не понял. Какая разница, какая версия порта лучше? Сам факт, что, ну, вы официальный создатель, ну, типа, официально создаете игру F1, и вы, зная, что трассу поменяют, еще об этом знали все давным-давно, вы по какой-то причине не можете... Расположение без бака. Короче, у нас бак, походу, в этом... В нас. В кокпите. Да. Да-да-да. Мы на нем, ну, прям сидим, нам прям сидения. Пиво заливают, короче, у нас, мы на пиве едем. Не, дороже на спирту. Это чисто. Ну ладно. Я уже 2-го уровня, кстати. Нет, я все-таки, я все еще 1-й левел. А, я крутой пацан, короче. Заплатил за уровень. Тебя сейчас заберет какая-нибудь команда жесткая? За 2-м уровнем? Да, Мерседес. Понял. На 1-го пилота. Вообще, судя по реальной жизни, я могу реально до Сильверстоуна ждать и только Сильверстоуне обогнать Сашу на трассе. Не дадут ХМ и ДСК за это. Там, ну, ДСК там нет за что давать.
Более серьезный штраф там должен был быть, но не ДСК это слишком. Так, все понятно, все понятно. А, так. Вот. А... Давайте по деталям посмотрим. 4% я износил. 3-4% за тренировку квалу. Управляющая электроника 8%. Слушай, готов? Я думаю, что нам если мы будем износ устойчивость уменьшать почему-то, ой, повышать точнее, то нужно будет заняться управляющей электроникой еще. Не знаю, как у тебя, но я же поставил полностью новую силовую установку. И вот за это время у меня везде там 4-3%, а управляющая электроника 8%. А, у меня тоже, кстати. А ты это сейчас смотришь? Да. И вот на первой силовой установке, которая у нас, на которой мы практики поездили, и весь прошлый этап, у меня 32% вообще уже. А, поэтому... чел. А я что-то сомневаюсь, что я гонку доеду. Ты не поменял? Нет. А сколько у тебя? Ну, у меня ДВС 30, а управляющая электроника 32. Не, это нормально, ты доедешь. Там смотри, там, ну, по крайней мере, раньше, именно не случайные поломки, а которые от поломки деталей, там, по-моему, должно быть около 60 или что-то такое. А, я понял. Удачи в квали. Интересный получается ков. Я готов. Какие дальнейшие планы по развитию канала? Спасибо большое, Алекс. Короче, спасибо большое. Я на первую попытку поставлю 8-е крыло. А, я понял, хорошо. Давай попробуем. А, какие дальнейшие планы по развитию канала? Слушай, трудно сказать. Не знаю пока. Пока стримы. А, ну вот после того, как куплю, процессор. Потому что, судя по всему, я все на свои деньги куплю. А, хотя спасибо большое за донат, все равно это приятно. Но, конечно, полную сумму мы там не соберем донатами, поэтому я уже сам, блядь, как-то докоплю. 40 тысяч я уже накопил, осталось вот 5-10. И, блин, новый процессор, а когда появится новый процессор, я думаю, появится и АЦЦ, и рейсинга больше, будем марафоны ездить, всякие длинные гонки командные, ну, короче, я думаю, будет весело. Погоди, а переднее крыло точно можно менять, даже после парк-ферме? Слушай, переднее крыло можно даже на 5 менять вообще. А, окей. Блин, давай, я... Вот эти настройки. Давай, окей, первую 7-11. И если что-то не так, я поставлю 8. Окей, давай попробуем, да. У нас, в принципе, 3 комплекта, так что пытаться. Ну все, давай тогда сразу поехали. Стройки болида проверить сколько? Да, поехали. Everyone ready? Okay, let's go. Не, Lego Various Motion, давай не будем спорить, я уже сказал в начале стрима, что я по этому поводу спорить не буду, у каждого свое мнение, как говорится, на вкус и цвет, но как гонщик, достаточно опытный, в том числе и в борьбе, мое мнение такое, что Льюис сделал это не намеренно, но он не прав в этой ситуации, и он просто должен был получить не 10 секунд, учитывая все обстоятельства в борьбе. Ну, как хочешь, но я могу тебе на первый попытки дать 7 секунд. Не-не-не, мне пока не давай. А, давай. Ты хочешь потом, знаешь, если я впереди буду, такой, давай, сюда его. Ну давай, я тебе сейчас помогаю, если мне понадобится помощь, потом ты мне поможешь. Ладно. Я бы Гасли выпустил вперед, он быстрее просто будет. А он же не пропустит. А, пропустит. Не-не, на прогреве пропускают. У нас там свободно просто заднее место, в Red Bull можно подождать. Все, давай, удачи тебе. Это тоже удачи. Не, Льюису просто, ну, stop and go нужно было дать, без возможности сделать пит в этот момент, и все, и это было бы достаточно. Вообще не попал. Да, тоже не попал. Говно, не круг. Пусть будет установочный.
Нет. Ну, я больше потерял этот срез, просто будет установочный круг. Заруинил попытку, короче. Не, лучше мы поменяем комплект и на новом комплекте будем. Нет смысла на этом комплекте ехать. Нам потом придется... У нас не хватит топлива, чтобы вернуться потом в бокс, и мы потратим еще больше времени, и там вообще можно вторую попытку не успеть. Нет смысла. Лучше побыстрее в бокс поехать сейчас. А, такое же в практике, как в практике, да. Только я Саша, по-моему, 2 секунды проиграл почти. Прикольно. Красиво делаешь, брат. Проэкспериментировал сейчас. Да не закрывала Макс калитку. Он оставил достаточно места. Ну, там много было места у Льюиса. Льюис просто словил грязный воздух. У него там видно, что он повернул руль, а машина поехала прямо. Вот и все. Это он сделал это непреднамеренно, Хэмилтон, но это его ошибка. Его машина, его ошибка. У него машина уехала прямо в повороте, хотя там было достаточно места внутри. Нет смысла спорить. Ребят, ну, вам говорят об этом пилоты, гонщики, знающие, что такое борьба, и траектории борьбы, и так далее. И, ребят, Хэм, как бы, вылетел в Макса, вот и все. Макс не закрывал калитку, Макс ехал по гоночной траектории. Я сломал днище. Я днище разбил, походу, пока там прыгал. Успели на 3 попытки, ага, конечно. В смысле, у тебя типа починка или... Да, да, 3 минуты. Нет, в CS не играю. Я вообще не знаю, что я там пропрыгал по этим прыгам. Случайно на них попал, а потом, когда на один уже попал, то и на второй попал, и все, и уже понесло. Все, давайте не будем про F1, в том плане, что я не хочу ни с кем спорить, никого обижать не хочу, реально, у каждого свое мнение, я никому... Все, десятка мы проиграли. Из них десятка в первом, две во втором, и все. А, вот, смотрите! 3 десятки мы проиграли в третьем секторе, вы помните, что 3 сектора мы вообще просрали полностью и целиком. 3 десятки в третьем, 2 во втором, второй вроде нормально проехал, так что 2 во втором реально проиграл. Десятку в первом, я ошибся, я не попал в первый поворот. Так что, в принципе, мы можем быть в 2 десятках от Саши. Может быть, даже ближе, посмотрим. Да, 10 секунд это мало было, конечно. Я говорю, нет, 10 секунд, если бы это было стоп-н-го, это было бы нормально. То есть, типа, проезд по питлейну, стоп-н-го, 10 секунд и выехал. При этом нельзя было бы стоп-н-го сделать пит. То есть, ему нужно было бы отдельно заехать для пита. Тогда это было бы, ну, реально, объективно, нормальный штраф. А так, получается, что вы даете 10 секунд. Тут еще, ну, вообще... Хоть судьи не рассматривают последствия аварии, то есть то, что Макс там в больнице испытал такие перегрузки, это не влияет на штраф. Но факт того, что это борьба за победу и борьба за лидерство, и в том числе борьба в чемпионате, брат, вот это я, для, наверное, судей должно работать. Восьмое крыло. Тебе не хватало? Ну, я, короче, попробую, все равно еще 2 попытки. Ну, тоже попробую. Правда, мне минуту еще ждать. Ну, судьи уже так решили. С этим уже ничего не поделать. Я поехал, братик. Удачи. Я, наверное, тоже успею на 2 попытки, в принципе, у меня минута. Не, ну, на самом деле, не прикольно выигрывать гонки, честно скажу. В твоем опыте. Прикольно. Ты, конечно, рад, с одной стороны, что ты выиграл гонку. Как бы любым
образом. Но с другой стороны, я это выиграл ее уже, когда штраф взяли там спустя неделю. Но нет, апелляция не сработает никакая. Ну что, что, дисквала не будет. Дисквала Хэму не, там не за что давать именно дисквал. А прибавить что-то, ну, так не будут делать. Забейте, все, тут уже решено. Уже этот этап проехали, забыли и едем дальше. Так что, не парьтесь. Это... Ой, у меня так плечо болит, ребят. Это... Я не могу. Мне реально очень больно. Возможно, это тоже причина, по которой еду чуть медленнее. Потому что вот именно вот руки, вот в этих частях, где плечи и дальше рука идет. Ну, вот с левой больше стороны, потому что меня влево кололи. Плечи с двух сторон болят ужасно, и спина прям, именно верхняя часть спины тоже вся прям болит, как будто судороги такие небольшие. То есть боль именно вот, как будто мышцы растянули, знаете. Короче, не кайфово. Конечно, он входил быстрее, потому что он был в слепстриме до этого у Макса. Именно поэтому он и вылетел в Макса, потому что он словил андерстир просто и все. Вот и все. Я надеюсь, что это не ударит по Максу жестко, в том плане, что я беспокоюсь только за то, что Макс может, ну, потерять немного скорость на несколько этапов за счет того, что, ну, реально будет либо боли какие-то, либо, может быть, страх небольшой, поэтому это вот единственное, что беспокоит. В остальном, я не думаю, что другие проблемы будут. Покололи этот спутник. Надо попытку, я постараюсь спеть на еще одну попытку. Посмотрим, получится или нет. Ну, все равно не собрал. Не знаю, что со мной. Нет, Ко, мы уже это обсуждаем, реально все начало стрима, поэтому извини. Я понял, нет, вторую попытку нереально подряд пройти. Человек, объясняю почему. Потому что в правилах хоть и указано, что не рассматриваются обстоятельства после аварии, то есть имеется в виду, что случилось с вторым пилотом. То есть не важно, что случилось с Максом. Но, извините, рассматривать ситуации, когда это борьба за лидерство, это влияет для судей. Это влияет даже на уровне картинга, я вам клянусь, ребят. Так что, пора квала? Это уже квала. Ребят, я вам говорю, это влияет. Thank you.
Бля, я опять днище разбил, походу. Ну что я за дурачок, а? Что со мной не так сегодня? Все, вакцина в голову ударила. Шумахеру вообще дисквал на сезон давали, я напоминаю, с удалением всех очков за подобную тему, поэтому, ну, вам виднее, конечно, вам виднее. Ну все, короче, скорее всего, у нас разбита машина. Не, Коля, ты не гоночный инцидент. О, слава богу, мы не разбили. Слава богу, мы не. Поехали просто. Engine fired, we're set. Братик, ты успеешь? Да, я выезжаю уже. Как твой круг был? Говнище. Говнище? Да. Чел, ты мне две десятки проиграл, а у меня круг был, ну, не прям говнище, но... Не, ну ладно, не прям говнище, конечно, но по ощущениям говнище. Ну, типа, мне не нравится, я в практике лучше ехал круги. Лёха, давай, надо хас доставать. Хас доставать из жопы. Мне, если честно, очень сильно откисает правое плечо. Мне реально больно. А, блядь. Ну, ты если это... Ну, ладно, обсудим потом. Да не, ну типа, я проеду. А, ты проехал? Всё, ладно, значит. Я вот с этим поворотом вообще не уверен, как его лучше ехать на шестой или на седьмой. Блин, там сейчас все на прогрев выезжают, это херово. Мне помешает трафик жестко. Я мог лучше. Я мог лучше. У нас еще одна попытка, конечно, но вряд ли шины, наверное, подогреты. Да, шинам конец. Не, все. Ну, я хороший круг собрал, но я в одном месте ошибся. Я в последних поворотах много отыграл, но я в какой-то момент вез две десятки почти, а потом где-то я потерял в каком-то месте. Я потерял в каком? Вот, по-моему, вот здесь я часть потерял на выходе немного. По-моему, в шпильке я потерял много, да? Обидно. Я думаю, что я на выходе из шпильки, вот из этой вот, вот здесь вот на трекшене потерял очень много. И подъем, вот вся вот эта часть, мне кажется, я здесь потерял где-то типа...
Пол десятки, может десятку. JVQWRT. У него есть стрим на Твиче, ссылка есть в описании. Ты можешь спросить у него в чате. Я спрашивать не буду, извини. Но, конечно, он рассчитывает на топ-1. И топ-3 он тоже, конечно, хочет быть. Ну вот, да, Коля же говорю. Я так и понял. Ну, перестарался. Ну, понимаете, пытался. Пытался, конечно, быть быстрее, чем Саша. Ну, не получилось, не фартануло. Но, по крайней мере, мы уже близко к Саше. Ближе, чем это было в Бахрейне. И это для меня отлично. СВЧ. Свеча... Ну да, ребят, я старался, извините, что не оправдал, конечно. Да-то, но я старался. Три десятки я проиграл. Десятки. Ну я не смог реально быстрее. Все равно 30. Бро, я типа, вот я реально, я высрал все. Ну, десятка максимум. Ну, не, вот, типа... я тоже прям вот по максимуму. У меня только одна ошибка была. Ребята подсказали, что я на ней полторы десятки потерял. Я на выходе из шпильки велоспин жесткий словил. А. Вот. Но. Ладьеви 5 мест! Жесть, Хас, гений просто. Ну, честно, вот, ну, Рассел, две десятки, ну, нет, типа. Я бы, ну, да. Я лично, я бы не смог. Ну, я тоже, да я до тебя бы не дотянулся. Да. Я был бы ближе, но не дотянулся. Ну, слушай, все равно, по сравнению с Бахрейном, для меня это прогресс. Не, я согласен, да. В смысле, ребята? Ну да, Коля, извини. Ну, видно, борьба... Мы хотели начинать с Хас, но потом перейдем куда-нибудь. Вильямс. Все, потому что там Райконен, ну, 4 десятки от Латифи, это уже все. В чате говорят, что вроде как в Испании боты любят крылья ломать. Кому? Нам? Ну, нет, себе. Поэтому, поэтому есть шанс. Надо быть аккуратными, короче, на старте. Но все равно тут как бы нечего отыгрывать. Лучше постепенно отыгрывать. Короче, посмотрим, ладно. Не, ну в целом. Учитывая, что мы на Хасе, не все так плохо. При том, что в коопе 110% боты сломанные, нам говорили об этом. То все не так уж и плохо. Типа быстрые? Да, не быстрее, чем в карьере 110. Ладно. Ну, погнали. Я, правда, не знаю, на какой резине нам сейчас ехать. Я думаю, два пит-стопа будет. Мне кажется, можно медиум хард ехать. О, тихо, мне интервью, погоди. Хорошо тебе. Нет, да и конечно, давай. Я на секу отойду сейчас. Пойду в толкан сгоняю перед гонкой. Чтобы никак Шумахер. Понял тот бой. Так, а это вторая. Медиум в этой игре полная херня. Медиум хард и кошмар. Коль, посмотрим, пока не знаю. Медиум хард или хард медиум? Заметь, опять все более-менее по командам распределены. Да, да, кстати, Кирилл, он же, ну, сезон уже проехал, он говорит, это вообще постоянная тема. Типа,
вообще стабильно, там, команда даже, типа, бывает по 8 вообще команда просто. А, я понял. Сейчас не нажимаю, окей, да? М? Ну, посмотреть тактику. А, я понял просто. Чем, да, medium, medium hard, я не понимаю. Я второй левел. Да. Жесткий чел. Я думаю, там у Хэмилтона какой-нибудь 20-й. Ну, чтобы понимать в целом. Берем хард, едь спокойно, хорошо. Вот с первого даля игру не реалистично. Джейф один, о каком реализме здесь идет речь? Тут так чисто, наигранный реализм. А у меня спиннаткис. Нормально, нормально. Слушайте, ну может нам штраф взять? Можешь последний старт. Жахнуть штрафные. Дать себе силовую ногу. Там Саша, походу, то же самое делает. Что делаешь? Я молюсь Дмитрию Мазепину. Чего? Ты что, силовую установку меняешь? Нет, я просто молюсь, чтобы у меня ничего не сломалось в этой гонке. Я понял. Главное, чтобы Саша то же самое не сделал, потому что там будет баг. Что, ты готов? Да, я готов. I don't think we're in for a quiet one today. It's race day here at the Circuit de Barcelona, Catalonia. Ребят, давайте закончим обсуждение Хэма и Ферстаппена, пожалуйста. У нас начинается гонка, второй этап Коопа, Испания, поэтому... Давайте успокоимся, не будем ссориться. У каждого свое мнение. Как говорится, на вкус и цвет, как бы, вообще нет. Including the flat out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. Anthony Davidson joins me once again. На трассе Михаил Шумахер одержал свою первую победу в команде Ferrari. Жалко, Астона нету. Как сказать, сейфтикар, вот его прям очень не хватает. Например, в ближайшее время не будет видосов? Я думаю, что нет. Я к видосам пока... О! Здравствуйте, так сказать. Батька наш. And the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you. Все, ребят, успокойтесь. Давайте не будем ссориться. Давайте жить дружно. Итак, стартовая решетка. Пол. Вальтери Боттес. С ним на первом ряду Льюис Хэмилтон. Далее на втором ряду у нас пилоты команды Red Bull, по-моему. И это Чеко Перес и Макс Верстаппен. В третьем ряду Норрис и Рикьярдо. На четвертом ряду Феттель и Строл. Девятый ряд Сайнц и Окон. На 11 позиции Алонсо, 12 Леклер. Далее у нас Пьер Гасли и Юки Цунода. 15 позицию занимает Антони Джовинаци, 16 Кими Райкинен. 17 Рассел, 18 Смоллер. 19 Латифи и 20 Колобанов, взявший штраф за силовую установку. Нет, да и бомбы делать не хочу. Я в прошлом гонке и так в первом повороте сломал крыло, поэтому... А все равно почему 19 меня показывают. Medium hard, да? Hard. Давайте medium hard так и оставим, наверное. Давай, Андрей. Medium hard, но... Первые 4 этапа 100% полетит движок. Mm.
Медиум хард. На 14 круге, да? Нормально будет? По крылу, я думаю, надо вернуть обратно на 7-11, чтобы не было оверстира. Больше топлива. Мы все равно на круг останем. Ладно, давай. Нас. Я готов в целом. И что ты выбрал? А, я медиум хард поеду. С одним пистолом? Да. Я хард медиум тогда поеду. О, привет, Виталий. Рад тебя видеть. Два пита ходишь? Как ты поедешь? Медиум хард. Ой, хард медиум. А, в обратную сторону? Не, я думаю, в один пит будет лучше. Ну, в два пита у нас нет такого темпа на хаосе, чтобы выйти вперед. Как мы с таким темпом? Последние машины с двумя питами что-то там отыграем. Ну, в итоге на этих питах только больше потеряем. Мне кажется, лучше в один пит ехать и надеяться на то, что будут какие-то сикары, поломки и всякое говно, и мы выйдем вперед. Нормально будет. Ну что, поехали, Трэм? У тебя какой круг? У тебя 15 на медиуме, да, ты поедешь? 14 у меня. На 14. Ну, там же опять ситуации будет, если вдруг какая-то поломка или что-то, то придется раньше заезжать. А ты в Бахрейне сколько топлива заливал? Ну, типа, я относительно кругов. Ну, я немного. Я совсем немного заливал. Типа полкруга? Ну, да, около того. Но все равно же нет обогащенного режима. Просто чуть-чуть запас делаешь, чтобы, если у тебя будет. Я ездил на харде сегодня в тренировке, освоение трассы и так далее. Не знаю, не так все плохо. Просто, ну, не пушить особо и нормально будет. Там куда пушить? Мы последние стартуем. Там где пушить? Ладно, заряд небольшой еще. Извините, ребят. Вам, наверное, было очень неприятно сейчас. Хотя надеюсь, что это заглушилось. Умной системы OBS, но я думаю, что вы кайфанули, так что, скорее всего. Заряжен, молодой? Братик, я настолько заряжен, что... Лещен? Я, правда, я, наверное, такой же тактики, как в Бахрейне, то есть я не буду... вообще дайвить никому в первом повороте. Я просто выживу, потому что мне все равно хард, я солью. Я хочу то же самое сделать, потому что я в прошлый раз как раз... Бро, только ты... А, да, все окей. Ты только имей в виду, да, что я буду... Да. Ты заметил, что я последний старт? В смысле? Я полную новую силовую установку взял. А, еще одну? Нет, ну я же использовал, в смысле. Я прям новый комплект взял, да. Ну что, погнали? Ты менял, кстати, крылья? Я 7 поставил. Я тоже 7. Я да думаю, чё, на хард... не знаю, может, на хард 8 потом поставить, не знаю. Посмотрим, короче. Ладно, погнали. Чел, я нервничаю. Я не знаю. У нас же еще прогрев. Давай, давай. Это энергетик, это горилла. Которая манга. О-о-о, мы с Латифи багнулись. Кайф, 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 кайф. Я с Латифи багнулся. Во мне Латифи стоит. Круто, прикольно. Сделано. Очень классно, да. Спасибо. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes. Ты на старте попытайся. Хотя может он встанет на свое место, нет? Вообще пишет, что я 19. Ну, должен быть, да. У меня, слушай, по 60 позиций. Попробуй на старте, если... А, короче, попробуй, если все-таки ты будешь в нем стартовать, типа, на старте, ну, отъедь от него, мало ли, типа, забагается. И... Ну, да, я понимаю. Твой напарник, вот, там рассмотр. Сколько шины должно быть по температуре, я опять забыл. Андрей... И у нас профессионал.
85. Уф, второй у меня сильный недогрев. О! Цвета. Прогрел. Зато прогрели, прогрели, нормально. Это, ну, красиво, красивое начало, я считаю. Достойно уважения. Ладно, благо это прогрев. Все, раз на прогреве заспинили, значит гонки не заспинимся. Это закон. Теперь смотрите, смотрите, это тактика. Сейчас все стоят, остужают шины, а у меня будут тепленькие еще, заряженные. Нормально будет. Все, тактика, тактика, тактика. Работаем, работаем. Mind games, ребят. Это моральное давление на противников. Сейчас у них остывают шины у всех, а у меня 85 на старте. И победа в кармане. Блин, мы в Латифе стартовать будем. Да, черт. Удачи, братик. Тебе тоже удачи. Надо будет из него как-то выехать сразу, наверное. Очень аккуратно, не наглеем. Уже немножко наглеем. Куда же ты? Что за Hamilton moves? Живи нации. Живи нации меня не отпускает. Живи нации прошли, хорошо. Теперь аккуратненько с шинами работаем, никуда не торопимся. Бережем наш комплектик, который мы уже заспинили на прогреве. Не, все нормально. Стабильно, аккуратно, никуда не торопимся. Нам торопиться некуда. У нас такой болид, на котором торопиться не нужно. На таком болиде только надеяться на чудеса. Чудеса на виражах. Вот так вот мимо давать, например, тоже нормальная тактика. Подвеска ничего не будет, а вот днище может быть. Я бы охранник днище ломал. Кстати, после гонки я посмотрел реплей, днище было сломано. Бахрень. Нет, ну пока и ПС вместе нельзя играть. Только на одних тех же платформах можно. Так, не нужно успокоиться, если какой-то на адреналине. Надо пойти в ритм. Потом уже начну чат читать, потому что сейчас не в ритме, очень опасно отвлекаться на чат. DRS у нас очень... За Кими не могу держаться, одинаковых шинах Альфа быстрее. В 20-20 нет кросс-платформы есть. Вот это дело. Тоже не 110, ну максимально. G12 пройдет. Как минимум в дрессе. Я не составлю труда это сделать. Я за шины берегу еще больше. Шины не умерли раньше времени.
Я мимо даю везде. Такое. Движения такие. Противные. Противные. Сейчас для воздуха нормально. Дубасит. О-о-о! Было жестко. Не, за альфами не получается. Смотрите, как они уезжают. А это всего лишь альфа, а не что-то другое даже. Конечно, я понимаю, что альфа это, конечно, плохая команда. Но вы понимаете, о чем я. Единственное, за кого мы могли уцепиться, это залив, и даже за ним мы уцепиться не смогли. Если меня обгонит Латифи и тебя, он уедет. Так же, как же. Да, я понимаю, я понимаю. Green flag. Брат! Братик! Мы потеряли Сашу! Он не разбился. Ты не разбился? Меня Латифи, блядь, заделал. Ну у тебя это целая машина? Нет. Фигово. У меня крыла нету переднего, ну кусочек. Я понял, да. Ну, у нас Коушен, может сейф кар сейчас будет. Да, сошел Гасли. Там был Латифи. Латифи там был. Ну, обновления мы делаем, но их пока не хватает. Это же Хаас, ребят. Вы что, реальную F1 не смотрите? Хаас сейчас все очень плохо, поэтому... Мы обновляем, насколько можем, быстро все делаем, но... Обновляясь, другие команды тоже обновляются. Короче, я не буду Тара так прям сильно пушить, потому что все равно... 12 мы догнать не можем, мы от него встаем. Давайте я буду лучше экономить резину, двигатель. Но Латифи уже был в пятах, у Занька крыла нет. Так что... Я нам кушать, конечно. Особо. Я вот думаю. Не, я буду стараться, естественно. Не буду прям... То, что могу из себя выжимать. Да, Санёк, разница все в 3 часа. Аня сам ошибся. Но он говорит, что его подцепили. Ребят, все прочитать не успеваю. Ну так его, наверное, Латифи выпихнул сначала, а потом уже крыло сломало. Так, к сожалению, Испания это, пожалуй, самая показательная трасса для типа чемпионата, и мы отлично видим, что здесь у нас прям все слишком плохо. Если еще в квали мы с Сашей что-то там выжимаем из себя, ну и то я напомню, что мы были последние, просто Латифи штраф. То есть даже Саша не смог, Саша в Бахрейне, напомню, был, по-моему, 17-й, а здесь он
не смог даже одного человека обогнать, кроме меня. Поэтому я думаю, что здесь прекрасно все ясно и видно, что у вас здесь просто нет шансов. Поэтому моя задача просто набраться опыта лишнего, привыкнуть к физике еще раз. Ну, в моем случае оказаться опять впереди Саши. Получится, что будет 2-0 по гонке. Надеюсь, что машина сейчас не подведет никак. Саша Бахрейн. Да, Монако, я думаю, Монако, где у нас есть шанс стрельнуть в квали и потом удержаться в гонке, это единственный шанс. Ну, либо сейчас, смотрите, если по тактике все выйдет, да, вот сейчас, например, поехали уже на питы, это явно те, кто поедет на 2 пита, мы поедем на 1. Может быть, что-то из этого выйдет, кто знает. Может быть, кто-то еще подходит, может быть, будет сейфти кар, может, мы еще выиграем еще что-то. Ну, какие-то позиции, я имею в виду. Уф, уже зад начинает срывать. Надо див крутить. Саша опять вылетел. Саша опять вылетел. Либо какая-то ошибка лично уже дезмораль пошла, либо что-то. Я видел желтый, и что случилось? Чел, я не знаю, что со мной не так. Я два раза на поребрик заехал, меня развернуло уже. Поэтому я шоршифтить сейчас не сильно в гонке, чтобы вообще велосипедов особо не было. Там проблема, я, короче, заходил в реплей, по крайней мере, после Бахрейна, почему-то не могу переключаться между болидами из реплея с мультиплеера. Не могу только за собой наблюдать. Это, конечно, расстраивает. Хотя я так понял, что в карьере, ну, нормально, может быть, между всеми ботами переключаться. Может, конечно, это баг какой-то, посмотрим. В гонке. Попозыркаем. Лучшая игра по F1? Да трудно сказать. Ну, трудно сказать, не знаю. Конечно, ну, типа, сейчас хочется играть 21-й, потому что в любом случае, ну, новые машины, поэтому ты хочешь именно на них ездить, не хочешь ездить уже на старых. Так трудно сказать. Я помню, что для меня сначала 16-я была прям фурором. 16-я тоже была прям хорошая. 17-я посредственно довольно была, 19-я неплохая была. 20-я нормальная была, тоже мои тим добавили. Это, на самом деле, хорошее в плане, ну, типа, впечатлений, потому что новые машины и так далее. Но по факту, очень много проблем, ошибок, багов в игре, много недоработок, поэтому я не знаю, за что у него такие большие хорошие отзывы. Я считаю, что нужно подзанизить немножко оценки вот за эту игру, чтобы кодеки жопу напрягли себе, потому что за год нереально, ну, практически ничего не сделали. Они больше убрали из игры, чем в нее добавили, если честно. То есть, если они год делали Breaking Point, то, ну, у меня плохие новости. Они за год только Breaking Point смогли сделать, не смогли сделать две трассы всего лишь. Одну трассу чуть-чуть переделать, Испанию. Ну, то это как-то, ну, такое. 10-я, да, была классная, помню. 11-я, я в нее наиграл, наверное, вообще больше всего в своей жизни, потому что у меня была PS3, у меня была роль DFGT, я был мелкий, и у меня была 10-я и 11-я часть. Я играл в 11-ю просто без конца. Уже вышло 12-я, уже вышло 13-я, уже даже 14-я вышла, еще в 11-ю играл, потом купил 14-ю. Играл в 14-ю. 15-ю вообще пропустил, потому что у меня была PS3, у меня не было уже... PS4, поэтому не мог в 15-ю поиграть, компа у меня не было, потом у меня появился комп, и я спустя почти полгода или год, как вышло 16-ю, купил 16-ю. И вот тогда поиграл первый раз 16-ю, потом уже все покупал, как бы, комп появился. У нас какие-то проблемы. Я сказал, что у нас какие-то проблемы. Надеюсь, мы не сойдем. Я очень этого не хочу. Okay, looks like a mechanical failure. We're gonna have to ask you to find a safe spot to retire. Sorry about that. Лёх, что случилось? Механическая поломка.
еще в этот раз? По-моему, коробка открыта. Ну, судя по инфографике, коробка открыта. Такая гонка была классная. Да уж, Лёх. Самое главное, что тактика, походу, работала. Я ехал впереди Рикьярда, Рикьярда 11. Они поехали еще на 11. Можно было там что-то придумать. Да какой скрипт? Ну, у Саши в Бахрейне машина сломалась. Ну, игра говно по этому поводу. Может, специально включили, чтобы у нас машины ломались. В этом весь интерес. Это Формула-1. В реальной жизни машины тоже ломаются. Саша в Бахрейне сломалась. У меня в Испании. Ну, что поделать. Да не, я не грущу. Нормально все. Это интересно. Это интересно. Это что-то новое хотя бы. Последим за гонкой, значит. Жалко, что даже до середины гонки не доехали, потому что, ну блин, нам сейчас смотреть больше половины гонки просто так. Не знаю, про какой скрипт ты говоришь, у меня друг прошел сезон, и за сезон не сломался вообще ни разу. Или один раз он сломался где-то в середине или под конец сезона, в начале вообще не ломался. Потому что бот с первой, да, нереалистично. А почему-то всегда... есть проблема вот эта вот в F1, что Боттас быстрее Хэмилтона. Вы заметили, почти во всех частях игры Боттас быстрее Хэмилтона. Я не понимаю, с чем это связано. Там Фернандо третьим едет, но он, видимо, на пит не заезжал. Его догоняет Леклер, который, судя по всему, уже на пите был. Там мой болид до сих пор стоит, его все не убрали никак. И почему сейфтикара нет, учитывая, что как болид стоит? Я думаю, нам по-хорошему нужно будет перед следующими этапами сделать повышенную... вероятность выезда сейфтикара. Да, только что это сказал стриму. Потому что у меня машина стоит прям напрямую, и сейфтикар не выехал. Знаете, какая борьба между Red Bull и Ferrari тут? Это Ферстаппен. Ферстаппен прошел Леклера по внешней траектории в четвертом повороте. Отлично, Амком. Боттас проплатил, хотел, чтобы хотя бы в виртуальной реальности он был быстрее Льюиса. Ну да, похоже на то. Эх, все, зрители уходят. Уже 20 человек ушло сразу, все, как мы сошли. Да, сегодня гонка не удалась. Ну, я слишком рано сошел. Если бы я сошел там в круге на 25-м, я бы так не расстроился, потому что, ну, мы большую часть гонки проехали. А так получается, что на 13, там, на 11-м сошли, и теперь нам 22 круга смотреть. Я сейчас зрители поухают. Никому не интересно наблюдать, как я сижу, просто смотрю за другой гонку. Так, у нас тут Чека Перес атакует Юки Цунода. Юки Цунода, скорее всего, тоже еще не заезжал на пидстоп, в отличие от Чека. Ферстаппен прошел Алонсо. И бам! Перес выходит на такую позицию. Там Юки пытается контратаковать, но у него ничего не выходит. Сергио на 6-й позиции. Да, Макс прошел Фернандо, но Фернандо, как я сказал, скорее всего, тоже еще не заезжал на пидстоп. И, наверное, как-то можно узнать об этом. Больше информации. Метри, нет. Там из круга, нет. Карта трассы. Давайте оставим пока. Как-то же можно, по-моему. Как-то можно смотреть. Открывалы. Во, да, пидстоп. Да, то есть Алонсо не заезжал. А, Леклер тоже еще не заезжал. Поэтому Леклер еще откатится. Ну, да, раз Кими, ну, Кими и Джовинаци, в принципе, там, где мы были, да? То есть Джовинаци был перед нами примерно там, по-моему, в 3 секундах. Так что мы были бы сейчас позади, скорее всего, Сайенса, где-то вот в районе Строла. В районе Строла, наверное, были бы. И это была бы 13-я позиция, учитывая, что нас только потом ждал вот примерно на этом круге мы сделали бы пит, откатились бы к Саше. Но потом начались бы еще питы у всех остальных, кто сделали уже одну остановку. И мы бы оказались опять где-то в районе вот Джовинаци. Может быть, на харде был бы темп лучше. И, скорее всего, можно было попытаться заехать в топ-15, я думаю. А если вообще шара бы какая-нибудь случилась, то можно было бы, может, очко какой-нибудь забрать. Это было вообще жестко. Да, у нас мы сошли просто из-за поломки с коробкой передач. Мы ехали среди трасс, нам сказали, что у нас есть проблемы. Выезжая с последнего поворота, мне показало по МФД, что у меня сломана коробка передач, и болид остановился...
Не лучше болит, не лучше прокачка износостойчивости. Ну так болит вообще нулевой, это ж хаос. Мы прокачиваем износостойчивость, насколько можем. У нас, понимаете, у нас даже, в принципе, ресурсов хватает на большее количество улучшений, но, естественно, просто мы не можем делать больше одного улучшения там за один этап или до одного этапа. То есть нам приходится там износостойчивость, там мы можем одно улучшение сделать между этапами всего лишь, поэтому... Но мы сделали так улучшение по износостойчивости именно по ДВС. Будем, наверное, по управляющей электронике делать, потому что она выходит из строя быстрее всех именно по процентам. Ну, надо видеть, видимо, и коробку. Ну, коробку нам все равно сейчас заменят. Ну, конечно, конечно, обидно, конечно, обидно. Но Саша, оказывается, на прошлом этапе турбина сломалась. Макларен слишком сильный в этой игре. В смысле? А ничего, что у нас в реальной жизни Норрис два раза на подиуме был? Обидно, мог на хорошей позиции закончить. Да, да, я говорю, у меня такая большая ставка была именно на Испанию, потому что сегодня в практиках, когда мы ехали первую практику, я реально был даже быстрее Саш, когда мы были наравне. В квале он, конечно, мне вкатил опять. Но это квалы. Квалы я не умею ездить, в квалах я всегда проигрываю, это факт. Но... Как бы... Так вот. Но в гонке я был уверен в себе. Я был уверен, что я лучше работаю с резиной, чем Саша здесь в Испании. Потому что когда мы в прошлой формуле играли там между собой, там тоже F2 и так далее, я в F2 ехал быстрее, в принципе, на этой трассе. И у меня были, у меня именно вот с износом шин была лучше работа. Всегда. И я был уверен, что с износом шин, как раз мы едем на одной и той же стратегии, и у меня будет лучше работа, и я смогу вот там где-то вот в топ-15 закрепиться, просто отбиваясь так всех. То есть вот мы сейчас бы после пит-стопа выехали бы впереди Латифи за DG12 там в 3 секундах, да? Вот посмотрим, где Кими и G12 закончат, и мы там, ну, плюс-минус, там, на две позиции, там, может быть, ниже были. Да, то, что Перес сильнее Ферстаппена тоже в игре. Да, вообще, вторые пилоты быстрее первых, заметьте. То есть, реально, Боттас сильнее Хэмилтона, Перес сильнее Ферстаппена очень часто, Рикьярдо сильнее Норриса, Строу сильнее Феттеля, Сайнс сильнее Леклера. А, я понимаю, что Сайнс и Леклера, в принципе, сейчас наравне поехали, но вы поняли, о чем я, да? Вот только Рассел Латифи нормально, Кими G12 плюс-минус нормально. И... что Окон сильнее Алонсо, в принципе, на начало сезона похоже, потом должен хуже стать у Окона. Нас, как всегда, на последнем месте, но мы ехали выше, чем последний. Могли. Ты данный круг, интересно, какой тайм у пилотов? Давайте, давайте, сейчас включу, вот. Я предлагаю посмотреть за G12, который едет за Кими, но они, правда, и слепстримы друг друга разгоняют, и с ДРСом, вот у них прям хорошо сейчас работают. Да, Гасли обогнал, получается. Они на сезон F2? Я не знаю. Не, ну, пока еще ничего не подтверждали, не говорю. Дайте ему F3 доехать. Ну, пока у нас есть скромная пауза, вы можете поддержать команду Хас Уралкалии и стримы Челика. По ссылке в описании, монеточкой, вот, собираю на новый процессор. Будет новый процессор, будет еще больше стримов, а может даже и видос вернуться, поэтому, если хотите поддержать, можете поддержать. На самом деле, это малая часть того, что нам осталось собрать. Дело в том, что я уже сам накопил 40 тысяч. Мне осталось... ну, я поставил 10 донат гол, но на самом деле там меньше 10 даже. Так что, если можете чем-то поддержать, буду очень признателен вам, ребят. Все, извините за такую просьбу. Знаю, что не люблю выпрашивать деньги и так далее, но, сами понимаете, как бы иногда помощь нужна такая. Не обижайтесь, не думайте, что я кого-то заставляю. Я просто напомнил. Мы не за разные команды, но потому что интереснее за одну команду начать. Мы поставили такой режим, что мы можем переходить в разные команды, поэтому мы можем там после первого сезона разойтись. Или можем не расходиться, поехать дальше вместе. А можно вообще перейти в одну команду вместе. То есть у нас есть варианты для развития. Мы, каждый пилот, сам за себя, и сами будем там свои контракты подписывать, обговаривать с другими командами и все это скрывать втайне друг от друга. Да, то, что машину так не убрали, это очень круто. Ну, это баг, видимо. По-моему, Саш тоже очень либо долго брали, либо вообще не брали. Да, настройки лучше самому какие-то в стиме брать или в центре. Я так понимаю, мою машину так не брали, да? Чего? Мою машину так и не брали? Нет, тихо. Там у Саши файт. Прошел Латифи. Да, ну, типа, так интересно, что мы зашли за самую слабую команду, потому что мы два новичка как бы уходим. Я думаю, бро, ее не уберут до конца гонки.
А, еще, кстати, пока еще 100 человек на стриме есть, если вам нравится мой контент и не хотите его пропускать, то, короче, есть баг, что многим не показываются уведомления или в подписках даже могут мои видосы не показывать. И есть решение этой проблемы. Если вам интересно, интересен мой канал и мой контент, и вы не хотите его пропускать, то нужно отписаться от канала и обратно не подписаться. То есть просто, ну, отписаться, подписаться сразу. Тогда YouTube обновит, как бы, подписку и поймет, что вы смотрите канал и будет вам все присылать, показывать и так далее. Поэтому... если вдруг что, то вы можете так сделать, чтобы точно все было хорошо. Если уж такое время трансфера, такой, Саня, ну ладно, я в маг. Можно совсем выйти из гонки, чтобы желтый флаг убрать, но я тогда подключиться не смогу, и реплей-то не получу потом в итоге. Хорошо было. Это гениальная идея. Звучит опасно. Поможем Макларну гонку. Я уже никак не помогу, Рэд. Я уже все. Я уже кайфую в боксе. Ну, по секрету, если вы Саше не расскажете, то вообще, если вдруг мы решим не оставаться в кассе на второй сезон, я бы в Феррари перешел. Уф, как Саша сейчас чуть не размотала. Макса сдерживает, синие флаги. Понятно, что как бы Феррари здесь не сильная сейчас, ну потому что у них проблемы. Но все-таки это хотя бы на правду похоже, что мы не сразу там Мерседес или Red Bull перейдем. Кажется, будет нормально. Не, Next Gong уже не сегодня. Скорее всего, в пятницу. Если ничего не изменится и все будет нормально, то в пятницу следующий стрим. Я думаю, что завтра. А, завтра будни. У вас завтра снова никого не будет днем. Я просто думал, я думал, может, завтра мой тим начать. Это надо? Или нет? Не, ну просто, там, если будет 20 человек, это, ну, грустно. Просто мне вечером на работу, поэтому я только там... первый половину, ну не первый половину, грубо говоря, ну, типа мне нужно будет, скажу, мне нужно быть на работе уже 6:30, значит надо в 5:30 точно уже выехать, значит 5 уже надо начать собираться, значит 3 надо сделать до 4, там допустим в час в 2, но если я начну в час 2, то я думаю, что половина все-таки людей там работает, какие-то дела, и вряд ли смогут прийти, и будет сидеть там нас 20 человек, как бы, ну. Лучше подобрать какой-то более подходящий. В пятницу, я думаю, тоже вечером, наверное, начнем. Тоже народ побольше. Пошло, чтобы было удобнее. Вечером все-таки все более-менее свободны. Ну да, Санек из-за того, что спинился, даже Латифи, скорее всего, не пройдет, потому что Латифи в 3 секундах, он уже сделал второй стоп. А, ну хотя нет, Латифи... может, и не успеет, вот там он гнобят. Да, мы потом запись смотреть будем. Ну, в записи неинтересно просто. Я же все-таки стримлю, а не видосы снимаю. Поэтому, если будет мало людей, то стрим будет тухлый, скорее всего. Ну, потому что у меня просто не с кем будет общаться, и будет грустно и одиноко. Поэтому... не знаю. Я, может, опрос бахну ВКонтакте. Или на Ютубе. На Ютубе бахну опрос. Сколько народу придет. Плюс-минус. Увижу оценку. Если увижу, там будет, типа... видите, что часиков 12 будет опрос на Ютубе. Если будет достаточно людей, кто проголосует, типа, что да, я буду, то я подрублю. Но если там будет немного людей, то тоже не обижайтесь. Просто я не в плане того, что там, допустим, я зажрался и не хочу там ради 20 людей стримить. Нет, не в этом дело. Кто знает, тот знает. Я тут на Твиче стримил один вечер. В воскресенье. В Майнкрафте играл Сашей. Стрим был на Твиче, у меня сидело 4 человека, у меня было нормально. Так что... не в этом дело, а просто в том, что может тухлый стрим получиться, если будет мало людей, просто мне будет нечем, не с кем общаться, и грустно, одиноко.
Максим, как будешь проводить стрим или видос? Стрим, я думаю. Я что-то к видосам как-то охладел, потому что реально занимает очень много времени, очень много сил занимает тоже, там, и озвучить, и нарезать, и монтировать, и снять все это, и пыры-пыры, очень-очень много времени и ресурсов, а по итогу, типа, смотрит меньше, грубо говоря, там, 1000 человек. Ну, сейчас пока что еще хайп, типа, да? Но... Тот же стрим, он гораздо более душевный, потому что мы с вами сидим, общаемся, вместе переживаем момент в эту секунду, да. Я не трачу так много сил, да. Я трачу то же самое время, что я сделал бы и видос, даже меньше. Но при этом это получается живее, как-то более естественно. Мы общаемся, вам тоже при этом можно обсуждать какие-то моменты, все это в прямом эфире. Это же, ну, гораздо теплее и интересней. Кому надо, потом могут в повторе посмотреть, опять же. И в итоге просмотр получается так же, но и я получил больше удовольствия, и вы получили больше удовольствия, скорее всего. Ну, хотя кому-то нет, кому-то не нравится долго смотреть. И... нас бот из Бэслаб поставил. И я уже запутался в своих мыслях. Знаю ли я Зетнера? Да, я знаю Зетнера. Мы с ним даже контачили. К сожалению, не самым большим образом. Но все обиды забыты, насколько я знаю. По крайней мере, с моей стороны, это уж точно. Его не знаю. Я уже ему соперник. Даже напить надо Латифи в 10 секундах. Латифи уже больше, чем в 10 секундах. Латифи уже... Всё. Саша, ты не хочешь еще один пит сделать? Все равно у тебя Латифи в 30 секундах. Я так и сделаю. Умничка. Я просто не хочу заезжать, потому что софт будет слишком много. Ты можешь медиум поставить еще один. Давайте посмотрим круг вместе с Александром Смолером. Итак, пилот Урал Кали Хас и Фонтим выходит на старт-финиш напрямую на своем белом болиде. Короче, я поставлю софт, на этом заеду. Александр использует кнопку обгон, отпускает напрямую, торможение в районе 75 метров, атакует внутренний поребрик первого поворота, далее выходит из второго, оставляя достаточно места, чтобы переложиться к третьему повороту, дальше остаться нужно внутри, чтобы сохранить скорость и держак у болида, он улучшает свое время, судя по дисплею на экране, дальше торможение со смещением внутрь, нужно также не выйти слишком широко, потому что тогда мы потеряем момент и достаточное количество держака. У Саши получается это. Здесь тоже нужно занести скорость в поворот, но немного Александр промахивается. Тем не менее, все равно улучшение на его дисплее мы видим. Один из самых сложных поворотов, где важно поймать держак на задней части болида. У Александра получилось очень хорошо, не рисковал он. Также скоростной правый подъем, где тоже важно не ошибаться. Все хорошо, торможение в районе 90 метров, Александр исполняет отлично, возможно, немножко переатаковывает внутренний поребрик в шпильке, тем не менее, пока что круг получается очень удачным, каких-то серьезных ошибок я не вижу лично. Одна из самых техничных секций, здесь опять была ошибка, пропустил мимо он внутренний апекс, хорошо проходит шикану, все аккуратно, четко, и заезжает в питлейн за свежим комплектом шин софт. Попробует Александр оставить хорошее время. Может попробовать даже Бэслаб поставить, кто знает. Ну, или просто квиз. Танкера стрим по ММ. Я не Саша. Я Лёша. Не знаю пока. Попов на минималку. Попов на максималку. Что за неуважение ко мне? Так, Александр выезжает на свежем комплекте Финсофт впереди. Николаса Латифи. Прям сильно впереди Николаса. Латифи сейчас только едет по старт-финишной прямой. Александр уже выходит с третьего поворота. Так что это была правильная остановка. Ничего Саша не потерял. Все равно до G12 там было порядка 30 секунд. Что означает, что в целом Алексей Шлобанов, который сошел, к сожалению, из-за поломки коробки передач, мог бы, наверное, неплохо ехать. Я думаю, что я был бы где-то вот как раз за G12. В 3 секундах, 4, ну может 5, хорошо, в 5 секундах от G12. И Алонсо и Леклер сходят с дистанции. И сейфти кар на трассе. Сейфти кар, да? Или виртуалка? Сейфти кар.
Поздравляю. Ну почему я сошел именно в этой гонке? Почему я сошел именно в этой гонке? Я бы сейчас ехал на харде, и прям вот в эту секунду бы я заехал в питлейн, поменял машины на софт, ехал бы на 16-м месте. Это обидно. Это очень обидно. Это очень-очень обидно. Танек же и так софт поставил только что. Сандру очень сильно повезло. Фернандо Алонсо при этом не разбил свой болид, кстати. Просто получит 5 позиций штрафа. Он едет прямо позади Саши. Высоко при этом ехал Фернандо, и, видимо, боролся как раз с Леклером. Они пытались на подъеме. Почему сафтикар на трассе стоит просто? Он лидеров ждет. Так он же ехал, ладно. Не-не-не, он лидер. Он ждет. Но он будет в круге от кого? От лидеров? Но он же не будет в круге от Джовинаци. А, нет, он, получается, будет в круге от Джовинаци. А, ну у меня плохие новости. Почему? И ты будешь в круге от Джовинаци. Ну, почему? Мне дадут обогнать. Нет, не дадут. Почему не дадут? Ну, посмотри сейчас. Скорее всего, не дадут. Я думаю, что не дадут. По-моему, в F1 не работала же эта штука. Сейчас глянем. У меня что мой болид все так же стоит на трассе, его никто не убирает. Чисто касс. У меня даже на ВКОТ денег просто нет, поэтому... Все такие, гонка закончится, заберете. Откатите свое говно. Ну что, делаем ставки. Выпустит Саша в круг или не выпустит? О, нет, только не баг с коробкой, боже. Нам что, оставшиеся 6 кругов слушать вот это вот ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми? Это ужасно. Почему этот баг... Еще, по-моему, с 19-й формулы починить не могут. Вы издеваетесь, кодеки? 3 года! 3 года прошло с момента появления этого бага, вы его исправить не можете. Ну, камон. Что вы за люди такие? Вы 3000 за эту игру взяли. 3000 рублей. Не, мне не жалко, правда. Но просто сам факт, я понять не могу, чего они год-то делали. Сюжетку, которая, ну, типа, такая, конечно, ни о чем, будем честны. Она даже до уровня Александра там не доходит. Нет, да? Ну, не чел, выпустят. Должны, по идее. Mm-mm. Не выпустят, значит. Это F1 от Codemasters. В смысле, это баг, типа? Это приятного визита называется. У вас 3 NPS вообще 5 стоит. Ну да, тут, как бы, это да. Но объективно на консолях меньше багов, чем на ПК. Это прям 100%. Графических багов всяких точно меньше. У меня просто друг на Xbox играет, на Series S. У него, ну, багов так таковых нет. Ему просто не нравится игра, как она сделана, но багов почти. Он даже общался. Бра моменту для Александра Смоллера. Благодаря прекрасным создателям данной франшизы, которые за год сделали сюжетку с хорошими персонажами, но с максимально душной и прямой линией неинтересной, без разветвлений, которую они делали год, видимо. Мы получаем игру, где у нас багается звук коробки,
пилот в круге не может войти в круг, обгоняя сейфтикар. Характеристики не подходят под 21 год почти. Нет трех трасс, даже четырех трасс. И при этом одна не изменена нормально, не сделана Испания, да, напоминаю. У нас нет Астон Мартина сейфтикара. И, ну, вообще, как бы, это я только вот по мелочи прошелся. Я просто не все вспомнил. Рассел здесь. Давайте за Расселом понаблюдаем. Он же может реально... Если он обгонит Цуноду, он мало того, что очки получит, так он еще и Алонсо откатится назад. И он получит такую очку. Я себе. Не, игра стоит максимум косарь реально. Ну, полтора. Честно. Вот честно. За что здесь такие деньги они взяли? Я не... Мне не жалко, правда, ну, потому что, ну, это небольшие деньги для меня, как человек, который, ну, работает. Но для, там, я понимаю, для обычного, там, не знаю, школьника, да, который... Оф. 5 секунд, Саша, за неподчинение синим флагом. Бра моменту. Да, Саша на тракторе там едет. Тут суета жесткая происходит. Я думаю, что Рассел может в очки заехать. Сайенс штраф 5. Суета. Рассел получается в очках сейчас. Рассел сейчас теоретически в очках. Правда, не понимаю, почему Сайенс должен пропускать не причинить синим флагом относительно кого у него. Там борьба между Сашей и Латифи происходит. Суетная какая-то. Прикиньте, Латифи опять Сашу развернет. Это будет вообще жесть. Ля, он присосался. А как же грязный воздух? Не понял. О, Льюис Хэмилтон и Росберг вайбс. Не, нормально, все обошлось. Как Латифи в грязном воздухе так едет? Как он не отваливается? Еще и на медиуме. Офигеть. Сколько же Хазу плохо. Не, обогнать Искани нельзя. Там за это сразу штраф дают. Если не разрешено играть, то эти сразу штраф дают. Какой Латифи жесткий, боже. Нереальный просто. О! Латифи вылетел в гравий. Блин, было бы эпично, если бы он разбил болид. Это было бы эпик. Слушайте, ну Саша пока в теории даже 16 место сохраняет. Это выше, чем у меня результат, значит он в личном зачете поднимется выше. Классная гонка. Я тем временем мог быть как раз 16-м. А, нет, я мог быть... А, правильно, 16-м мог быть. Потому что я точно был бы впереди Саши. Я был бы позади Джовинацци. И с моей тактикой я был бы в круге впереди Саши. И боролся бы с Джовинацци, Норрисом и так далее. А у Сайенса штрафы. Все такое. Так что в целом я, да, я думаю, что я мог побороться вот в районе 13-15 места за позицию. Но... К сожалению, не судьба у нас сегодня. Но мы можем порадоваться за Рассела, который едет прямо позади Сайенса, который получит в свою очередь 5 секунд. Так что Сайенс уже идет на очки в теории виртуальные. Но если он пройдет Сайенса, это будет уже прям физическая позиция за очки. Не, ну в очках бы я не был. В очках бы я не был. Все-таки я был позади Джовинацци. Я вот прям за Джовинацци бы ехал, как они едут Норрис, Джовинацци, Кими. Там, может, кого-то бы обогнал даже. Да. Но как бы как минимум я был бы 16-м. Как минимум. Я точно был бы впереди Саши. Но не судьба сегодня. Ну, с другой стороны, справедливости ради, Саша 100% был бы в Бахрейне впереди меня, если бы у него не поломка. Так что все честно, все честно. Мне тут не на что жаловаться. Мне в Бахрейне повезло, Саше в Испании повезло, грубо говоря. Относительно друг друга имею в виду борьбы. Если что, Саша будет в личном зачете выше, потому что у него будет 16 место лучше, а у меня 18. Это да, это да. Правда, впереди Монако, и там у Саши больше тоже шансов. Он все-таки любитель городских трасс, он прям их фанат, и у него на них хорошо получается ехать. Я люблю тоже городские трассы очень сильно, вы знаете, в карьере я их очень сильно любил, но я думаю, что в соотношении того же Саши, да, он и так не в квалах вывозит, а в Монако квал вообще очень много значит. Так что либо мне надо вкатиться очень жестко прям в Монако, ну, либо я думаю, что Саша будет опять впереди в квале, а Монако уже там не обогнать, поэтому только рассчитывать на какие-то опять аварии и так далее, ну... Короче, тяжелый для меня сезон будет, потому что мало того, что у меня сильный напарник, очень слабый болид, я и так очень тяжело выжать максимум, а плюс, когда еще я вообще не чувствую уверенности в болиде, то мне еще тяжелее выжать максимум, как вот сейчас на хайсе, да, я прям страхуюсь на квал-кругах. Вот только здесь, в Испании, я более-менее хоть
какую-то уверенность почувствовал, хоть как-то начал подпушивать и был там, да, в 2/3 от Саши, но... К сожалению. Саня, да, Саня Монако в Q2 точно пройдет, а если и в Q3 пройдет, то это будет вообще, ну... Будет вообще очень жестко. Очень жестко. Льюис Хэмилтон тем временем ставит лучшее время круга, у них там борьба, кстати, за лидерство сейчас, возможно, будет. Рассел у нас в очках уже, даже не фантомно, но, правда, там очень близко Окон. Поэтому давайте посмотрим, успеет ли Окон обогнать Рассела. Нет, не успеет. И значит, Джордж Рассел зарабатывает свои первые очки в Формуле 1 за команду Williams. Аплодисменты Джорджу. Аплодисменты. Ну, веселая новость, что Джордж заработал очки за Williams. Да, весело, красава. Теперь нам заработает очко бы в этом сезоне, да? Ну, да, было бы неплохо. Я думаю, ты в Монако можешь. Все-таки ты у нас профессионал уличных трасс. И в квалах ты силен, поэтому я думаю, ты в Монако сможешь. If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Вальтери в итоге выиграл. Но Бест лапа у Хэмилтона. Машина останется в Испании, на Монако будет новое шасси. Не, ну Монако, просто машина сейчас постоит в Испании, на нее там... Листья нападают, птички накакают, короче, что такое. Я повезу так в Монако, и она будет тяжелее 4 килограмма. Мало того, что мой болид не убрали, так я в нем еще сижу почему-то до сих пор. Я вам говорю, сейчас мне просто подбегут механики Хаса, вот так вот. Знаете, бустер такой есть, чтобы заряжать аккумулятор быстро. Ну, типа, если у тебя сел аккумулятор в машину, ты вставляешь бустер, крепишь клеммы и заводишь машину. Типа, у него заряд большой. Вот мне также бустер сейчас ставят, заводят машину, я на ней до Монако еду просто. Ну что, я поздравляю тебя, ты в ЛЗ вышел вперед. Я доехал гонку хотя бы. Да, ну я говорю, ты в ЛЗ вперед вышел, мне. И даже впереди Латифи. То есть ты 18-й, я 20-й, Латифи 9. А ну как считается, типа, кто... Кто лучший результат, да. А, то есть в Абу-Даби, даже если я первый, ты приезжаешь выше меня, ты будешь выше меня в чемпионате, правильно? А, чего еще раз? Ну если в Абу-Даби... Ты приезжаешь выше меня? Ну да, если я приезжаю, допустим, 11-м, и у нас при этом нет очков, то да, я, по идее, выше тебя остановлю. А-а-а. По-моему, так работает, если я не ошибаюсь. Не, ну надеюсь, что уже где-то со второй половины сезона болид начнет работать. Ну, кстати... В гонке он неплохо работал, на самом деле. Я проигрывал G12, типа там, ну, я был в 3 секундах, в 4. Я не мог держаться в пыли зимы. У нас грязный воздух очень сильно на машину действует. Это проблема аэродинамики. У нас очень сильный трак на машине. Но в целом, я как минимум, ну, мог бы приехать вот сейчас как раз вот для Сайнс. Ну, короче, завод за G12. Я, в принципе, ехал за ним. Чел, Латифи 4 раза в пистоп заехал. Да, я видел. Еще я думаю, что машина прям... Ну, либо она стала лучше по сравнению с Бахрейном. Мы уже как-то ее улучшили, она уже стала постабильнее. Либо в Испании реально просто все лучше чувствовала. Ну, в квали у нас шансов не было. Ну, в квали, да, это понятно. Просто в квали... Ну, короче, сколько я знаю, есть фишка у игры, что когда ты хочешь померить сложность ботов для себя вообще в целом, надо именно Испанию запускать, потому что Испания вроде как самая, типа, ровная по ботам. Вот такие боты должны... Вот такие, так они работают, короче. И в таких условиях, когда боты у нас вот максимальные, грубо говоря... Не, будут трассы, где будет еще хуже, поверь. То есть будут трассы, где боты сильнее. Просто это показывает, что в Бахрейне они слабее работают. Ну, я думаю, в Монако в очки получится. Главное, не там знаю, не умереть. Я вообще не уверен, что мы в очки сможем заехать. Они тоже в Монако довольно жестко едут. Единственное, что у меня есть ощущение, что у нас проблемы именно, возможно, больше с квал-темпом у машины. Гоночная. В гоночной мы тоже, конечно, последние, но не такая большая разница, как в квал-темпе. Возможно, у нас просто реально настолько тяжелая машина, что даже на пустых баках у нас там... Он тяжел.
Не, ну в целом я был быстрее Латифи, но Рассел был быстрее, чем Латифи. Ну, Рассел в очки приехал, да. Ну да, но у него, правда, лучшее время, даже медленнее, чем... А, Латифи софт стайл. Да. Не, а у Латифи хуже время. На 2/10. А, сори, я не туда посмотрел. Ну, не, Латифи да. Жесткий вообще. Ой, фу, Латифи, Рассел жесткий. Не, Алонсо, ну... со штрафом умудрился еще в топ-8. Не, я, короче, вот просто два раза заспинился сам. Причем не то, что отвлекся на чат, нет, просто вот коснулся по ребрика и меня заспинило. Я такой злой ехал вообще. Не, у меня я все. У меня только один момент был, где я чуть не сорвал машину. Но в целом все. К сожалению, коробка не выдержала. Самое смешное, что теперь в Кубке Конструкторов Вильямс 8 с одним очком, и мы с Альфами с двумя нулями. Не, то, что Рассел в очке клёво, конечно, только это наши противники прямые, поэтому это не клёво. Итак, сегодня все прошло не лучшим для вас образом. Поделитесь с нами своей точки зрения. Мне казалось, что у вас были технические проблемы во время гонки. Ты чё, прикалываешься? Мы сошли из-за коробки. Я без комментариев. Ну ты глупая, что ли? Ты не видел? Да, как и любая команда в целом. Наш отдел аэродинамики творит чудес. Что она хотела от нас услышать? Знаешь, что меня спросили на интервью? Что? Кажется, во время гонки вы столкнулись с техническими неполадками. Да, даже не знаю. Даже не знаю, были ли у меня технические неполадки. Да не, все нормально было, просто устал. Да, что-то просто шея откисла. Ну, ковидом это. Вакцину сделал себе, поэтому мышцы устали, решил остановиться отдохнуть. Да, в следующей гонке поставим высоко safety car, потому что это вообще ненормально. Ну, две машины стоят, и как бы, да. Так, ладно, я буду заканчивать сейчас. Я еще повтор посмотрю с ребятами. Так, у нас какие-то даже улучшения пришли. Мы впереди у Вильямса по характеристикам, этого не видно. Гонку завершили с большим запасом топлива. Ты... Они прикалываются надо мной. Конечно, у меня большой запас топлива. Я гонку не доехал больше половины. Жесть. Просто жесть. Кас ЕРС. А у меня еще и ЕРС сломалось в какой-то момент. То есть у меня две поломки было. Просто одну мы даже не увидели. Надо еще улучшать. Да не, давай потом сделаем. Потом? Да. Тогда по улучшениям потом, окей. Поэтому все понятно, нам вот все. Короче, окей, здесь все хорошо. Ладно. Давайте в меню главное. Я хочу повтор глянуть. Так, гонку они, походу, даже не смотрели. Они просто такие запустили нас в гонку и такие, ладно. Бригада механиков, вставайтесь, вы шины меня не будете, а мы пойдем это, в бар сходим. Они, я думаю, даже не смотрели, да. Так, кинотеатр. А, ну, вот оно, да? А, нет. А, отлично, то есть, если ты не доезжаешь до финиша, то у тебя нет реплея. Спасибо, Codemasters, большое за вот эту вот тему. То есть, я не могу сходить реплей, если сошел с дистанции, что за бред? Ну, я не могу сходить реплей до того момента, хотя бы, когда я не сошел с дистанции. То есть вот реплей Бахрейна есть, потому что я доехал до финиша, а Испании нет. Вот это Испания, это если что, не она, это... Это я Гран-при просто зашел, катался. Мазепин. Классно. Ну что, штора получается без реплея, к сожалению. Даже не посмотрим, что там было у нас. Красиво, некрасиво. Непонятно, что у нас. Но это очень обидно, что...
Я говорю, игра очень недоработана, очень. Я очень верю, что и надеюсь, что, конечно, там патчами что-то починит, но в глубине души я понимаю, что этого не произойдет. Этого не произойдет, потому что это кодеки. Ну что ж, ребята, тогда будем на этом прощаться. Давайте еще быстренько, там, если есть какие-то вопросы, накидайте, поотвечаю. Опять же напоминаю, если вдруг у кого-то не появляется в подписках стримы и так далее, уведомления, пробуйте отписаться и подписаться заново, прям даже не ожидая. То есть можете прям отписаться и подписаться обратно. Даже секунду не знаю, прям быстро это сделать. Вторая, у Ютуба алгоритм обновится. Ой, алгоритм обновится, и все будет хорошо. Добрый вечер, Михаил. Правда, мы уже заканчиваем. В 2 ездил на участие, но только в Breaking Point больше нет. Да, мы уже закончили. Так что да. И опять же, часов 12 утра завтра сделаю опрос. Ответьте, пожалуйста, все, кто смогут потом прийти там в районе часа двух на стрим. Если народ соберется, то запустим стрим по MyTeam, наверное. Или по обычной карьере. Наверное, по MyTeam, потому что по обычной карьере мы кооп едем. А уж по MyTeam. Рейсфилд сделаем. Стоит ли F1 21 своих денег? Я считаю, что нет. Не, ну типа, вот в моем случае мне не жалко 3000, поверьте. Ну типа это бак бензина залить. Ну и там приходится там 3-4 раза в месяц управлять машину. Это там лишний раз, ну ничего страшного. Типа, ну, для работающего человека это не безумные деньги. И один раз в год можно потратить. Но если ты там школьник, например, да. Школьник, если что, это не в обиду слова. Это просто, ну типа школьник, в смысле в школе учишься. Или там в институте, в общаге живешь. И у тебя нет лишних денег, грубо говоря, да. Ты не работаешь. То лучше подождать скидок. Лучше подождать скидок, не покупать за full price. Это, во-первых, она вообще очень багнутая, очень много косяков. В целом, игра 3000 не стоит, по моему мнению. Так что вот так вот. Ну, я не знаю, Шук, мне кажется, зря. Лучше бы подождал уже дончиков. Я, конечно, понимаю, что очень хочется, но... Ладно. В принципе, тут как бы если нашел, то нашел. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Тогда не буду никого задерживать. Всем большое спасибо, что пришли. Ну такая гонка получилась, что поделать. Не повезло нам сегодня. Надеюсь, что повезет Монако. Надеюсь, что в Монако что-то случится невероятное. И я смогу победить короля уличных трасс. Если что, я про Сашу. И в целом смогу победить его в квалификации хотя бы раз за сезон. Если это будет в Монако, это будет вообще фиги. Всех люблю, всех целую. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, следить за ПК, Дискордом и Ютубом. Ссылки есть все в описании. Проверяйте, смотрите. Дискорд наш общий. Там вообще классные люди сидят. И подписчики Саши, и мои подписчики. Можете там общаться. Общаться по поводу стримов, общаться вообще на любые темы. Там есть чат специально для подписчиков, для зрителей. Есть специальный канал, где приходят уведомления по моим стримам и по стримам Саши. Фугеницу. No homo. Чисто по-братски, пацаны. Вот. Что еще? Наверное, все. Не забывайте, не теряйте, приходите еще. Всем пока, ребят. Хорошего вечера. Хорошего вечера вторника. Хорошей вам недели. А, и еще вот последний анонс. Скорее всего, в пятницу... Бро, ты закончил? Коп...